Ну вот, вчера утром только переобулся, а уже первый снег. Ну как снег? Слякоть, конечно. Но тем не менее. Успел вовремя переобуться. Теперь хотя бы не страшно будет ездить. Уже совсем скоро будет холода, наступит настоящая зима, в принципе уже ноябрь, стоит готовиться к большим холодам, но тем не менее, первый снежок даже такой, это весело для детей. Конечно, это не тот снег, по которому можно покататься, но это тот снег, которому очень сильно радуются все. Вот. Конечно, нужно быть осторожным на дороге в такие моменты, с такой слякотью. Нужно много чего предусмотреть перед тем, как выезжать. Почистить машину, прогреть, подготовить. Но не стоит забывать, что сегодня еще и 31 октября. Завтра уже 1 ноября. И в эту ночь, ночь Хэллоуина. То, к чему Кира так долго шла, старалась, собирала там разные украшения для Хэллоуина, хотела устроить себе праздник. Вот, в принципе, купленных два шарика, уже надутых, много разных украшений для дома. Сегодня у ребенка будет счастье. Будет все украшать и делать сладости или гадости. Вот. В принципе, посмотрим, как оно и чего. Но праздник есть праздник. Отмечать его нужно, вне зависимости от того, хочется или нет. Если хочется ребенку, значит хочется отмечать его всем. Ну, в общем, как-то так. Пока идешь на работу, есть смысл задуматься о вечном, о том, что нужно сделать сегодня по работе, когда нужно вернуться домой, как помочь ребенку настроиться на праздник, принести много сладостей и всего такого. В общем, весело. Фонариков у нас уже хватает, подсветок тоже. Шарики в форме тыквы тоже есть. Настроение праздничное присутствует. Теперь дело за малым, чтобы ребенку понравилось. Это самое главное. Делать все для того, чтобы нравилось детям. И еще немаловажный факт. Нужно сделать так, чтобы этот праздник запомнился. Запомнился, ну, как какое-то совместное мероприятие. Детям это очень-очень важно. Особенно в таком юном возрасте. Так что всем праздничного настроения. Подписываемся на канал, ставим лайки, добавляемся в друзья. Всем пока.